Где? Где рентген? Уже здесь, доктор. Бешеный доступ, быстрее. Извлеки важные данные из руки. Уже занимаюсь. Закончился его рукой. Обновляем твою нервную систему. Ты можешь быть немного дезориентирован. Не беспокойся, успокойся, успокойся. Поток восстановлен. Дайте зажим, он теряет много крови. Оставайся со мной. Говори со мной. Джек, Джек, после этого ты никогда не будешь прежним. Он боец. Люблю бойцов. Ты его слышал? Я убью тебя. Он выжил. Теперь к твоему делу. Нет, не надо. После этого ты никогда не будешь прежним, Джек. Ты следовал приказу, маленький сволочь. Он стабилен. Где оптический имплант? Что произошло со мной? Моя рука! Я не вижу! Зрительный нерв полностью уничтожен. Начинаем процедуру. Оптический рецептор готов, доктор. Хорошо. Сейчас извлеку глаз. Как он выглядит? Вместо глаза месиво. Джек, смотри на экран. Ты увидишь. Посмотри на свой мир. Мы сломаем тебя. Смотри. Джек-потрошитель. До последнего останусь солдатом. Доступна панель управления нервной системой. Кто это там? Вам нельзя сюда. Подойди ближе. Готов. Где он? Обновление завершено. Все системы работают. Ты присоединился к оппозиции. Ты сказал им, где заключенные. Ты сказал им, где мы. Ты слил им информацию. Ты скажешь мне, или я убью твою семью. Твоя жена! Твоя жена! Я развлекусь с ней! Скажи ему остановиться! Скажи ему остановиться! Ты не принимаешь здесь никаких решений! Ты в моей власти! Джек! Не отводи взгляд, малыш! Это... твое будущее! Это прекрасно, не так ли? Сколько чести в ноже, Джек. Видишь ли, каждый может нажать на курок. Момент. А выстрел. И он труп. А вот клинок. Прижать этот холодный металл к глотке другого человека. Почувствовать его пульс. Это личное. Это интимное. Это честь. Быть убитым. Клинком. Это твое будущее, Джек.